Дима, расскажи, какой должен быть друг у тебя, то есть чем он должен увлекаться? Ну, играми. Какими вот во что ты играешь? Ну, много во что, очень много. Скажи, чтобы интересно было. Да, чтобы интересно. Чтоб понимал меня. Ну как? Понимал. Игры с открытым миром нравятся. То есть это что такое? Ну, открытый... Завоевывать что-то? Нет. Можно как гулять по вымышленному городу или настоящему городу. Такая виртуальная реальность у тебя. Ну да. А еще жанр такой есть, как симулятор. Угу. Разные. Вот нравятся они. Вот там я узнал много городов, стран разных. А где бы хотел побывать, в какой стране? Во всех. То есть весь мир объехать? Ну да. Особенно нравятся скандинавские страны. А с новым другом бы ты куда ходил? То есть гуляли ли вы там, не знаю? Выставка чего там, танков настоящих. Какая у тебя мечта вот сейчас самая такая заветная, можно сказать? Ну, большая мечта — это, наверное, весь мир объездить, посмотреть там, как они называются, чудо света, семь чудес света. Угу. Вот, их посмотреть.